Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. Ебать, ну, телефон за 100 тысяч собирается. Мне нужен айфон. Я сыто. Он реально снимает. Две сотки, да, кинь или одну рулетку, две сотки. Да ну, я так не хочу мало кидать, не щекит сумму. Ну, позорная. Это я от моего имени за Не, Нет, это рядом. Что-то на Насик у нас. Осуждаю вот этот чат, этот смайлик. В бачке. Да не, ну, там просто какой-то домик. Правильно, домик же. Ну, я просто ищем, посмотрим. Не раскрытый талант. Не, подожди, не раскрытый талант. Ладно, подожди. Сейчас я доначу один на один против тебя. Играешь? Сразу будет. Конечно. На интимке. Че, дурак, что ли? Нахуй мне ее интимки нужны. И че, мне пойти потом хуй сфоткать? Ну, а когда ты не фоткал? Я ни разу не фоткал, кстати. Клянись. Ошибка. Клянусь. Никогда а Юльке? Никогда. Нямнуть. Не, ни разу. Ты что, дурак, что ли? Прикинь, она такая, разблокирует телефон с тобой вместе, а ты говоришь. Вот такой? Да что ж такое-то, блядь? Нет, что-то боты прилетели. Ачи? Ой, боты, говорит, прилетели. Давай съебемся нахуй. Так нет, давай играй с ней один на один. Не-не-не. Пойди, мне нужно кого-то интересного хочется. Ну, чем с ней стримим сейчас? Подожди, а давай... Ну-ка. Давай... По новой. Нет, подожди. Бравл... Старс. Вот и пожали руки. Лалью там не стримит? Сегодня... Ох, ушёл. Реалстрим. А ну. Ну вот пятерку до реалстрима докидывай. Бля, ну... Ну давай чуть-чуть мы скинем. Всем девчонкам нужен тот? А ну-ка, блядь. Давай десятку. О, да бач! Да что ж такое-то, ебать! Блядь, это ужас, чат! Что вы делаете? Вам надо всех вас побанить. Осуждаю. Ждем РЛ. А ну-ка, а ну, делай, делай, делай. Я, наверное, не хочу донатить. А? Не хочу на РЛ донатить. Давай, давай. Сафронов? Отдай. Сафронов оплатить. Мне в Афи нужен. Надо интернет. Блин, ну. Ебан, я задохся. Первый матч ему дали, надеюсь. Сейчас я попробую с этого. Блять, каяк, ну ты уебище ебучее, нахуй. Ты отъебись. Батечка, от батечка. Дай пароль. Не приставал. Какой пароль? От своего этого. Лол, что? Еще раз Савелон на стриме? Здорово, ебать! Реально? Ты что, ебаната? Ебать, что? Второй раз? Я прошлый раз видел нарезки, это была полная пизда. Я охуел, прикинь. Да ну! Я 20 тысяч онлайн смотрела. Да ну! Здорово! Wait. Клянись! Лучший момент. У меня стрип не может реально, десятку. Реально. Нищу десятку оплатить не ебать, может. Ебать! Да там еще и Максим, и этот, блядь! Лысый нахуй! Здорово, Максим! Там еще и Максим, и этот, лысый! Нихуя не слышно, сука! Ебать, что? И этот, лысый нахуй! Погоди, стой, зайду на начинальность, погоди, стой. А чё? Блядь, 10 тысяч, ебать! Ебать! Ебать, чем десятки радуются, охуеть. Ебать! Я бы там уже рад был. Так у меня её списали. Ебать! Да я... Охуеть! Чем десятки радуются, охуеть. Пусть запускает стрим. Какой Рэдди, иди нахуй со своим 35-м, блядь, не десятку задонили, ебать! Да пиздец, что ж такое? Ебать, у него аккаунт, нахуй. Ебать, что? Ой, это все такое золотое, да? Ворованный, как будто. 69 тысяч кубков, кстати. Это много? Плюс ИРЛ. Не знаю, выглядит много. Сейчас как будто на это время... Пиздец! Влоги все. Это дохуя, чат? Блядь. Я вчера зарегался, у меня 68. Ебать, а как второй раз он зашел? Это дохуя, это ебать, это дохуя. Мне похуй половину ждать. Давай в лоусу скинем, нахуй. Давай. Три сотки на SSD-шник и бэушник. Пиздец, у меня есть деньги, наконец-то, блядь, я куплю еды. Охуеть. Он стримит? Не, он стримит. Охуеть.
Он за 23к стримов. Что вы пишете? Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки. И попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму. Поэтому ссылочку я оставлю снизу. Так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Пожалуйста, забывай. А, так давай мы офим стрим просто сегодня. Так это два в одном. А, ты че? Батя на стриме, батя на стриме, Че за игрушка, я ебал? Тебе раз такое видишь? Ладно, подожди. А где? Да, ну я видел, я зашел, не, к этому. Грязный раздав стрелька, пиздец. Я же грязный пиздец раздав стрелька. Можешь каждый раз говорить? Сафронов оплатить. Офай, Сафронов? Сафронов. Сафонов? Да. Давай. Блять, он хотя бы сразу офнет, не так как те курицы. Сколько? У меня сейчас бронки. 26 минут. Давай офай нахуй. Можешь офать? У меня сыр. Ну и на ком? Он охуел ком за 123 тысячи покупать. Я в ахуе. Ебать, у меня дешевле, блять. Мой братишка сканер, тебе ноут грязный. Да хорошо вчера у Кощана рядом со столом кувалды не было, мне кажется, ты его просто все разъебал. Давай, офай, блять, офай быстро, офай, ублюдок. Че долбоеб? Офай, офай, идиот. Офай. Офай. А почему 23 тысячи? В смысле, ты придурок, тебе написано 23 тысячи. Нет. Что он сказал? А, блядь, стоп, у меня в названии же эта хуйня, вы долбоёбы, ебаные! Говорит, вы долбоёбы. А почему мы долбоёбы? Сам поставил, козёл, давай. Ты поставил, придурок. Давай. Давай офай. Я вообще забыл про это. Офай, офай, нахуй, офай. Бля, жите, реально? Да офни, нахуй. Батя велон, батюшка, бля, зашёл. Да офай! Блядь, не дай бог. Офай! Офай! Да, да, спасибо. Спасибо. Всем пока. 200. Сюда. Найс. Найс. Кайф. Минус один. Так, ладно. Давайте, если мы так будем донатить, у нас этот... Бюджет хватит еще на минут 30. Не, у нас много бюджета. Ну, как много? Мы все твои деньги въебем. Боже, Яра, что ты пишешь, ебанат ебаный? Пошли, Дину, блин, раздевать. Что, дурак, что ли, нахуй? Ой, блядь. Так, ладно, надо подумать. Кто есть такой вот... Кто есть, кто может завести? Давай все равно к пирату задунем. Давай. Ну, мне кажется, ему похуй. Go back. Думаешь? Да. Давай болтался в макине. Дисперсер, ран. Help me, guys. Help me, I don't have this. Если я тебе не нравлюсь, застрелись. Ой, осуждаю. Это я прочитал у него в донате просто. Слушай, а если я... Ну, он послушает 50 треков? Ну да. Реально? 50 раз, детка, да я хёрт. И каждый раз по-другому оценивать надо. Нет, я... Ну это много очень, нет? Мне кажется, он не будет слушать так много. А можно? Его писать? Чё? Обсуждаю. Этот трек писать? Так я не знаю, какой хочешь. Какой хочешь ты? Я хочу? Да. Да давай, детка, я хёрт, или как там? Почти я забыл. Забыл. Подскажи ему. Токсис, да. Да у меня что-то с памятью, пиздец. Я забыл. Можно или нет? Сафронов? А можно Токсис, детка? Как ты сейчас так сказал? Я не знаю. Тебе правильно что написал или нет? Я не знаю, помню. А ну давай. А Сафанов, оплатить? Нам надо еще кто-то, кто будет оплачивать. Блин, нам надо покрупнее донатить, мы так... Ну, покрупнее, по 50 тысяч мало же, блядь.
А, ну мы сегодня все равно на казик идем. Конечно, он еще пух. Все, казино полбачка дай. А че? Он много говорит, что скучает по мафии и т.д. Она сейчас скажет. Мне нахуй пошло, сейчас я клянусь, я уверен. Он скажет, сейчас иди нахуй. Можно такси сделать, когда я хер 50 раз. За подчеркивание Х, подчеркивание А, подчеркивание Р, подчеркивание А. Мужик на фуре стремит. За донатер ботянет. Вообще похуй. Вообще поебать. Он просто в телеке, в фильме каком-то, и вообще похуй на нас. Просто похуй, кристаллический. Пятка залетела. Просто ебажит на медузе дальше. Он единственное, что сказал. Я что-то не понял. Блядь, ну мы тоже... Смог ту Рошан. О. Нет. У него... у него он на медузе играет. Видишь, ему сложно. Видишь, он фармит там все линии. Сложно замечать. А чё чат пишет? Дали, как я позиционочку держу? Да, как ты чат? Деньги меняют. 50, наверное, такое. 50, наверное, такое. Мало. Сейчас, ну подождите, ну подождите, ну нас файт пока. Let's go Russian when quop up, no doom. Что она как-то долго резается, он там случайно doom у него уже не откатится, 120. Мне кажется, на нас так, пох. Так, что-то надо рапиру делать, да? Бабки пишет. Прости, бро, ты въебал бабосики. Есть хоть один смог? Не, короче, не послушай, да, он 50 раз. Давай какаша зайдем. Нет, там, ух, блядь, ну а тут в модерации что у нас? Удалили, надеюсь, уже? У меня вообще хп мало. Ух, охуенно удалили. А это будет домашняя. Она удалили, да, но она... Кто сел жопой? Да. Ну шлинку, чтобы Венга не могла свапать с такое расстояние. Линка, ну... Манурина 10 лет? Да что ж такое-то? Сейчас. Неужели этого Рошана отдаём? Ну-ка, дай посмотрю, кого надо. В конце катки зайдем. А где у тебя мышка? А вот. А где мышка? А чё она не переходит? Она у тебя в руке, брат. А чё она не переходит? Стоп, плейраунд рош, гайз. Айпуш, стоп. Ебать, что делаешь-то? Давай, кому хочешь. Бля, давай скалаунчу заебашим. Бля, давай скалаунчу. Тоже вовку надо. Что делаете? О, найс. Ну да я вчера не дошли до неё. Савонов! Оплатить! Всегда я пишу там потом. Так, сколько билет стоит? 43 тысячи ты покупал, да? 68 нахуй. Не, пошел. Ладно, давай 30к кинем. Да что такое? Ох ты, что такое, блядь? Скиллзор. Лети ко мне, малышка, я уже заждался. Какой нахуй Копенгаген, блядь? В Белград, нахуй. Завтра играющие волосы, поэтому... По центре. Сафонов? Будет совсем другая немножко. Не центре. Дай бог деньги кончились, блядь. Не оплатится, наверное, мне кажется, уже. Я оплачу своего уже. Чё, резайся, давай, нам уже бот толкают. Жесть, может, поможете. Что там? Серьезно, блядь? А че? Бля, какие-то моё ебаны. Че вы на меня смотрите, нахуй? Давай сбор, сбор устроим, следующее. Подожди. А тут под каким... О, за 10. Давай. Ну что ж ты, я же уже даже паспорт сделал. Я даже вниз опусти, у меня расценки есть. Бачка, все выключает, все в стриминах. О, стрималка, стрим. Любой косплей по вашим желаниям. Она может приехать в Белград за косплейки сюда. Я тебе скинтяню. Алло, ты летишь, ты зо... Ты что ж ты куча одни пёзды, блядь? Она говорит, если это Ваня, это вообще максимально странно. Да я попашу еще в баттерфляй! Короче, она не полетит, да? Открой Ярос, чего тебе написал? Да пошел нахуй этот Ярос ебучий, блядь. Какой сын, блядь. Говорит, она сейчас стоит 30 тысяч календов. Пиздец, она реально не будет лететь? Подожди, я спрошу.
Почему меня Серега пират орет? Я думаю, что она орет, блядь? Так и я не понял. Бачка вип, ебать. Ты летишь к моему братанчику или нет? Он ждет уже полгода. Какой ты еблан. Ну, разок. А чё, А сказала, я против. Против кого? Я против, чтобы она летела. А ты против? Пиши, я за. Ну, недавно, кстати, у него в доме одну повязали, вот. Вот так вот. Я, кстати, скоро лечу в Сербию, но... Она летит в Сербию? Ну, типа... Завтра, сейчас пусть вылетает. Слышишь, но не с целью с того, чтобы встретиться, сказал, она сказала. Но летит в Сербию. С целью с тобой встретиться. Да нахуй она мне надо. А с какой целью спросил? Это ты сам уже решай, блядь. А с какой целью спрашивает Skills? А с какой целью спрашивает? А у меня там пересадка будет. Слышь, Зай, я сейчас всех боюсь. Можно? Ты мне вообще можно заебать? Давай, малыш, начинай. Пересадка, сколько времени? Скилзору минут 10 с головой. Ваня, можно задать один вопрос, но я надеюсь, что он тебя не обидит. О! О, я испугался! Батюшка, это ваша игра, все. Блять, я испугался, ты что, долбоеб? Я сразу вышел со стрима. Она хотела какой-то вопрос задать. Подожди. Батюшка, там за этой штучкой там секретка, поход была. Мы не проверили, вернись, проверю сейчас. На Е надо нажать. Короче, ты по пересадке поработаешь, брат? Какой пересадке? А что он сказал? Тебе седайнуть. Маленько. Блядь, ты что, долбоёб, успокойся нахуй. Ну, блядь, он до сих пор не отреагировал, да, никак? I have TP top, if you start fight somehow. Чё за звук? Хуй пойми, откуда кидали. Бочки, кто его запустил? Не знаю. Ага. А, Синтор. Байба тут. А чё с качеством? А сделай фото. Вы экономите трафик? Ты оплачиваешь просто, забрал интернет нахуй. Так, ладно. Ай, блядь. Аккуратно. Так. Напиши Мирване, поздравь с днем рождения. Бля, реально Манурину можно нямнуть. Не, надо его нямать. Просто можешь затонать. А ну-ка, Софа. Привет, со стула на член. Всего не, брат. А ну-ка, давай. На данный момент. Сколько закинем? Стример, который всегда повышает настроение. Вот думаю. У меня еще 30. Берегите семью. Ну что, почему я это забыл? Манурин с десятилетием. Да что такое, бля, какие вы идиоты ебаные. Ты можешь игнорки дать им в чате. Что это такое? Не будешь никогда видеть. Десятилетием. Тебя. У нас вот еще. Ты топ. Сафонов. Я напишу так. Что это? Что за... Я это смотрел? Что за такая команда такая? Ваня, поздравляю с ДР. Жаль, конечно, что канал почти скатился. Точка. Такими темпами ламбу скоро продать придется. Точка. Еще годик и все можно заканчивать. Зачем, блядь? В Вольск ехать. Вадя, ебать! Нихуя! Это твой ника заметил? Вадик! Бля, ехай! Нихуя они себе! Шо? Бля, это настоящий они. Вадик! Ну, это настоящий, я говорю, бля, искусственный, что ли? Не-не-не-не. Искусственный. Вы там все реки за каждый год стрим. Это, конечно, не 10к. Но и они миллиардер, Сэнш. Чего осуждать? Что ты? Я из-за него... Вадя! Какой крик! Ебать, я пойду... Лучше, брат! Пойду подрачу, бля. Манурин, с десятилетием тебя. Блять, красиво нахуй, Вадик! Бачка! Я знаю, куда мы сможем пойдем. Мощь! Здорово, брат! Спасибо, мой хороший, спасибо! За рей ну, за 30. Нихуя себе! Это зарплату мне нахуй вольскую закинул, прикинь! Зарплату мне вольскую закинул.
Я же сказал, что не могу читать, у меня долбая бутылка поставил. А как же не придумал? Я как, знаешь, я как старая бабка. Вот это агрессия такая. Ну, а что? Ну, проведать надо зайти. Давай. Правильно? Немножко надо херту дать. Бля, да не, это чё? Так он собирает, смотри, поддержка канала. Так она что, поддержка? На шоу яйца. Отщелкиваем. Бля, что, яйца будем смотреть сейчас? Вставляем. Ну-ка. Ну, а чё? Я могу достать. Ты чё, блядь? Ну похуй, давай один раз яйца дадим. Даже можно ещё глубже это запахнуть. Это как этот, помнишь, у Газфайка, да, когда вылетало тем временем сисадмин моего провайдера. Так, можно, пожалуйста, шоу яичек. Чуток. Плиз. О! Блин, ну у него сломается сейчас подсветка, блядь, опять. Ну да, так, смотри, как свет меняет. Да ладно, фига себе. Так, прикольно. Да ладно. Все. Сказар, оплати. 20, уже не получается. И дай мой телефон, брат. Спасибо, всем привет. А мы сейчас тебе скинем. Привет. Бля, дай телефон, пожалуйста, пупсик. 52 сообщает. А, базилка, Иларм, базилка, Иларм, базилка, Иларм, базилка, Иларм. Нет, базилка, я сейчас сам буду. Ага, давай. А потом мы... Галстый новый ПК, привет. Кто? О! Спасибо. А мы тут это, хреначили моторчик. Ну, походу, с первого... Чё, показать тебе? Да. Не отдаемся. Свет меняется очень быстро, прям. Всё. Сейчас чат атакован. Марин. Ебать голову нахуй. Привет Марине от этого. От, как там? Астарянчик, привет. Ебать там меняется. Мне что зависло нахуй. 5 им чаус сообщает. Вадя, как твои дела? Можешь передать Максу, что я хочу Юльку в папу? Так, ребята. Давайте... еще одна такая... Давайте без этого. Не злоупотреблять. Смотри. Жало получено. А, ты пробовал, да, оплатить же? Походу, придется искать. Да, ты пробовал оплатить. Да ты назад нажми вперед, наверное, просто. Нет. Что там было? Не работает. Картинка. Можно шоу яиц, пожалуйста. И стрельнуть, швальнуть с ракеты. И швальнуть разок бутылкой. Да, сейчас тут надо пить. Он уже делает, походу, без доната. Не-не, мы будем донать по-любому, будем донать по-любому. Ножи не проблема. Что он сказал, сейчас, ножи не проблема? Я... Какие ножи? Он сейчас ножами будет так ебать? Ебать, тролль в орлу, тут успокойся нахуй. О! Что там? Опа! О! Да, пожалуйста, сейчас, секундочку. Можно шевелиться, пожалуйста, и шмальнут разок. Ушел. Сейчас, секундочку. Он во дворце живет, кстати. Где живет? Во дворце. Во дворце, ты думаешь, живет? Ну, смотри, у него ебать там канал. Эвелон, привет. Спасибо большое. Всегда рядом лежат просто. Упал яичко. Бля, какой он смешной, я не могу. Ну что, следующий трек? Или что сначала сделаем? Не, давайте, не, пусть базюк сейчас валяется. Да, фоллоу, мы тут, я тут пытался сделать очередной раз микрофон доработать, ну, а потом еще в конце шмальнет. Экстренная бокал, готовность. У нас экстренная готовность, он говорит. Экстренно? Давай мы подпишемся, ебать он заводит, нахуй. Какая-то легенда, прям реально. Я так выглядел. Да ладно, ну ладно. Я с базюки. Вот она нахуй! Она всегда на месте, блядь. Разминка базюки. Бля, сейчас как уебашит. Я чувствую, блядь. Нет, но он понимает, что он делает. То есть все максимально безопасно, если что. Если что, все максимально безопасно. Он профи в этом. Монеточка. Хейтер хейтерчики элегантного. Вообще запало. Опа. Зарядил. Не, ребят, он профессионал своего дела. Честно, он профессионал своего дела. У него не бывает... Запускай! Да что ж такое? Чуть-чуть надо еще добавить. Привет! Я сделаю его бабух. Ушел. Что-то не хочет работать. Сейчас захочет, не переживай. 3, 2, 1, пуск.
Ух ты, блядь! Там соседи, понял? Которые сбоку, блядь. Типы соседям, не бачу, за хуя там что с базуки ебать. Интересно, он есть что-то еще? Яйца, базюк, еще что-то есть? Я не знаю. Так, а давайте останемся. Бездец. Задонать, напиши, предоставь меню. Он говорил, как будто у него батя был каким-то скупщиком, и он ему оставил это по наследству. Посмотри, какой там пиздеца вообще. Так, давайте что-нибудь. Смотри, какой ручек. Веселенькое. О. Че, опять скилл заводит? Так, ну ладно, пофигу, но веселенькое, давайте. О, спасибо за рейд, Кент. О, рейд, Кент, спасибо. А, что там, Кент, о. Кто, блядь? О. Ну что, давайте что-нибудь, давайте по классике, давайте... А ты трек не заказал у него? Да похуй, он сейчас сам включит. Он сейчас чату включит. Ну это что вирус, кстати, был. Не, на волосы не буду. Сейчас... Внимание, обнаружен вирус. Так, что нам включил? О, нихуя себе, магнитофон. Ебать. 700-ый, да ну нахуй. Это шарп, ебать. Нихуя себе. Да, ё-моё, зачем, зачем? Блин, где простая. Лиханович? Ну чё... Чё у тебя камера трещит? Есть один как один. А ты что, не замечал раньше? А, что здесь трещало? Ладно. Что? Ну что, сейчас принесу кассету. Зум, не понял, автозум. Бля, мне очень нравится, насколько он быстрый. А, это какой трек? Плюс 5 выпал, давай пока найдем кого-то еще. Не-не, сейчас, подожди, не, подожди. Всё, буквально 30 минуточек. Подожди, сейчас. Ладно, давай на втором экране буду искать, как это было. Так, давайте сначала по классике. Ой, да хуя, хуя на братыщи. Просто порнуху листать сидит. Давайте по классике. Сейчас по классике будет. Бля, как тебя это не раздражает? Кто? Так, отрезок? Да так, пиздец. Так, у нас опять накрылся кассет. Так, на этот, наверное, не слышу вообще. Поэтому... Почку, что такое? А, хотя ой, если я думаю, ебать, я не показывай! Ебать, ебать, батюшка! Подожди, что это? Нам самому не скучно. Ой, подожди, ох, она... блядь, нихуя! Ох ты. Не надо, пожалуйста, не показывай, ты чё? Я буду, что она это? Голая, это блядь. Это фейк, нет? А, меня зовут Вячеслав, мне 49. Жит Вячеслав. Да. Это какой-то наёб, брат. Меню. Кстати, сейчас 20. Нет, да. Не наёб. Нет, это походу на его стриме. А, нельзя. Нам самому не скучно, это мама танцует. А, нихуя себе мама, слышишь? Так, а с тобой стрика хорошо, когда работает кассетник. Погнали. Да, брат. Я 503-4 тысячи закинул. Нихуя себе, это... Там злой 67 тысяч закинул. О, злой 67 тысяч закинул. Да. А вон бусти, смотри. О, подожди, подожди, тут начинается уже. Ух! Вот теперь как реально, как каталогия стрёмнёк по аспекту, зорт. А чё, чё со стрём? Там копилка вываливается, блядь. Да, блядь, убери эту копилку, нахуй, если на экран попадет, меня же забанят, блядь. Да не забанят, не переживай. Да клянись, блядь. Да не твое, нормально делаешь. Бля, музон, конечно, он подбирает вообще хоть. А что за музон? Дай послушаю. Надеюсь, хёрт-хёрт. Ну как? А мы Серёгу Пирата закрыли, брат. Там хёрт-хёрт будет? Серега Пират, хёрт-хёрт. Там, наверное, не показано. У него музон, типа, понял, такой, оторви, выкинь. Погоди. Бля, пожалуйста, Серега Пират. Играл. А ну. Перетанчил, по товарам нанес 24 тысячи, да, ну куда лучше сыграть? Чему похуй. Чему похуй. Ошибался, ну, понятное дело, что я там много фармил, они спейсили мне. Ну не с таким же презрением, что вот сейчас ни одного лайка мне не кинуть. Он машинист, что ему ни одного лайка не кинули. А за что полтосик улетел, нормально? Ебать, он сейчас... Ебать, у него реально под звуки сейчас, ебать, он раздал. Так он чувствует это. Так он, да? Лайки сейчас раздал в доте, брат. Ты... Под этого? Да. Идите вы нахуй, короче. Тип, кстати, какая порядочность? У меня 12 тысяч. Ой, что там? Эвилон задонатил 50к. Так. А, это 50 тысяч было. Так а что ты, вот следующий чувак донатит, говорит... Ты чё, фрик, чекни прошлый донат. Так ты скажи, что там 50 тысяч. Аноним, спасибо большое. Том здесь нет, мой любимый трек. О, я вообще кайфую сейчас. О, блин. Как он называется, Токсис детка, не находит. Токсис детка, да я хёрт. Он называется хёрт. П-50.
Спасибо, аноним. Ради... Я посвящаю эту победу тебе. Я потел ради тебя. Я видел, что 50 тысяч, но я не хотел отвлекаться, потому что... 50 раз не послушал. Загрустите себе такую игру, проебал, согласись. Где? Он писает на тебя, вот, внезапно респектуречка. Ты с двух сторон опасали просто. А тут там что, танцульки идут у нас? Ну тут и блогер ебашит. Как у нас, ребят, как же с Луни Ду? Да. Санстрайк! Эльвогер! Так, включайте на Эбилона сайт, прекращаем, сейчас на кубаны попадаю. Вы что, охуели? Заходи в джесси. Смотри, лет там сакает. Он сказал, прекращайте сайт на Эбилона, смотри, сейчас еще больше будет сайт. Это на него уже пищу. Нет, когда я... Не, мне серьезно, только одна квапа в ответ лайк даст. Он недоволен, говорит, мне что, реально одна квапа лайк даст в ответ. Он сидит лайк ждет. Бедный, блядь, Габен, что он сделал с дотерами, блядь. Типа сидят, лайки ждут, блядь. Охуеть. Вырубай. А что Тимати, а звездопад? Не знаю. А что, не Тимати играет звездопад? А это, типа, вы с чего взяли, что это Эвилон задонатил? Эвилон зарейдил. Всем привет. Да. Так, тут инвокер. Инвокер уже еле кнопки жмёт. Не выдерживает такое количество онлайна. На 10-й минуте. Ну что? Слышь, давай попросим этого инвокера взять катку с Серёгой Ферранта. Нормальный трек. Подожди. Давай попросим уже моего инвокера. Или ты не танцуешь, тебе надо задонать, чтобы танцевать. Блять, он должен танцевать. Чем мы когда будет танцевать? Не буду стричь на лысо. И он говорит, не буду стричься на лысо. Он говорит. Интересно, он застрял. Точно нормально. А я тебе проверю. Вот у меня сыт, козел какой-то, блядь, за что? Вот, смотри, не запускай. Меня писькает. Блин, почему не танцует? Скажи, чтобы он танцевал, пожалуйста. Да она тебе чемпион. Нет, у него 1000 рублей, если тебе 20 закинул, блядь, что за хуйня? Так. Можешь взять на двойку. А Эвилон уже вышел, там просто мой куплет еще будет. А что так? А то Рамштайн продолжит. Ну пожалуйста, напишите ему, пожалуйста. Пожалуйста, попросите его. Сейчас, подожди. Сейчас, потом я читать буду. О, народ рейдит. О, ебать, ему ебать. Не, надо не танцуй, просить, а просто... Да, яйца, о, яйца да, надо, я, яйца. Опять то же самое. Да, ну, сейчас, блин, я еще свой лайфхак сделаю, чтобы ему точно вкатило. Так, типа, можно не копировать один и тот же трек? Тебя обсыкают тоже. Ну, бля, вот это влетел, да? Скажи, чё написал? Больше его понимать, да? А, он ливнул? О! За что? Он бота обозвал. Да. Он ему бота обозвал? А он тут еще? Зацени. Он ему бота обозвал, пиздец. За что? Ему бот работает целыми днями, нахуй. Ты завис. Он завис. Чё ты? Я два стрим завис. Тут настройка. К сожалению, он не был протестирован, и поэтому... Ну, заплачь. Сколько добрый человек. Эй, Илон, иди нахуй за срыва. А вот там тоже есть. Максюшку. У меня почти такой же ранг, кстати. Бля, как громко, я ебал. Он на фло включил. Брат, у меня, чтобы ты понимал. Как выходит, вы говорите, Эвилон тебя смотрит, а онлайн только уменьшается. Что он сказал?
Он говорит, как это работает? Он говорит, как это работает, и он мне смотрит, а он только уменьшается. Они так над каждой моей шуткой ровно сказали, бля, я бы шутил побольше. Короче, спасибо за 50 тысяч, мне очень понравился трек. Черт добавил в избранное, кайфуем до конца стрима. Давай. Погоди. Она здесь ничего запрещена, не прилетела. Ты мне не верил, что я... Знаешь, как можно донатить, да, смотри? Чё, как? Уже есть 500 рублей. Да ну нахуй, клянь. Ты не знал это? Реально нет? Абилон? Пожалуйста, включи. Я хочу это реально. Взять на два куинвокера этого? Наверное, нет, но... Сейчас, подожди, стой, хотя же он открыл. Экран зашарю. Чё-то не очень стрек. Чё-то не очень стрек. А как ему трек задонатить? Чё он дал? Какой трек ему? Не начинай, пока не послал. Ебать, смотрите, какой у него ссылок, это пизда, как он так сидит, я не понимаю, это какая-то пизда, о, ебать, он ебанутый, стой, оп, одной рукой ебать, 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 вот это он, конечно. Извините. А, ну, отлично. Ой, ща умру. А он такой человек? Он такой человек? А, ну, отлично. Когда отвлекают. Спасибо модераторам за работу. Танцуй яйца, водя. Когда отвлекают. Во. Да чё, кто это задонил ему говно какое-то? Глянь стримера, деда Сандра. Глянь стримера, ты бы лучше вместо этого доната мой трек закинул. Вентилятор. Попи, бой, день рождения? Сегодня вроде бы. День, что ли? Или вчера было, я не помню. Да мне долго, ребят. Мне симку придется подрубать. Он говорит, задоньте мой трек. Ему? Ему, типа, сам кидай. Он его донатит сидит. Короче, если сейчас мой трек не будет, я сам свой трек поставлю. Зачем? Будем его смотреть. Так, зайди на попибол. Что инвокер делает? А, так ему в чате надо спамить. Сейчас его задонатит. Бля, ему надо слышать этот. Тут мне трек не очень. Ой, ну больше. Мне кажется, надо Литвину с ним, слышишь? Коллабу. Литвин. А что будет Литвин? Брат, у него ебанутая энергия, нахуй. Что дальше делать? Спамьте. Поппи Бо грустит. Так, стоп, я. Ну что, я кинуть? Денег, что ли? Да, я от себя поздравлю. Ё-моё, ну это... Ты хочешь Татьяну Поппи Бо поздравить? Да, я хочу... Там задонить. Ё-моё, ну десятку, это... Бля, давай гусару закинем, это бля. Это такой чел охуенный. Ну что же тут за... Да ну... Стоп, а что здесь донат, брат? ЧСВ. Сообщение на экран. О, подобные процессы, тебе 2000 закинуть. Да ну нахуй. Да ну! Ебать. Ставь, Серега, пирать. Так это не мне, брат, надо. Спасибо. А ну, подожди. Думаю, что ты сейчас яйца тут покрутил. Бля, ебать. Я сейчас достану, похуй. Еще одна странная. А ну-ка. Привет. Брат, как твои дела? Давно не виделись. Блять, я надеюсь, у меня платят сейчас. Опасная разновидность. Скисли, что ты еще будешь оплачивать? Я скину. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает агрессивно, nice.
А ну как? Бля, ну гусар это пиздец, я с ним начинал. Чертовщина какая-то. Мне уже плохо, как мы долго несемся, это пиздец. Сколько, Сколько нахуй? Полтишка нахуй. Сколько нахуй? Видно, нет? Ебать. А что не лям, Вань? Не гуляйся, давно, говорит, не виделись, блядь. Да сусавчик, дядя, блядь. Сусаламчик опрокинул. А что, говорит, не лям, Вань? Говорит, нихуя. Ебать, 50 тысяч. Ты что, дядя, ебанулся, что ли? Пиздец. А что происходит, э? Здорово, Вадим. Я всегда мечтал стремить, но аудитории сейчас нет. Не, ребят, хочу, уходите, я что-то разволновался. Он говорит... Он говорит, ребят, говорит, уходите, я разволновался. Здорово, говорит, да. Тис, поближе, пожалуйста, присел. Тисик, садись. Старый лучший бестрима ко мне оборвался, клянусь, пиздец. Я не вижу нихуя, блядь. Садись, хоть сюда сядь. Это даже не хочется немного. А что написал? Вот что он сказал. Бля... Как-то... О май гад. Не, дядька за поддержку реально обнял, приподнял. Thank you so much, как говорится, да? А что он сказал? Че без Б? За поддержку. Он сказал, без стрима зашел бы ко мне. Без стрима с тобой словились, у меня, бля... У меня рил, в локоточке аж это отдаешь легонцы, понял? Я уже отвык, как говорится, на этого. Который этот, понял кто? Ну... Кто? Вот этому челу. Давай! Да, который со свечками, скажем так, своими... Перемещаться, пиздец, старый, давай поменьше, как говорится, да, движений. На коленке ближе посадить. За движение с твоей стороны тоже спасибо огромное. Базарони, дядь. Счастья, здоровья, любви. Опа, я копчу. О, нихуя. Добра, позитива и всего прочего. Надеюсь, да ебать, у него челово, да, чат ебашит, охуеть. Представь, у нас такой чат поставить. Ну, у тебя невозможно с таким сидеть. Да. Производит ремонт разбитых роботов. Прикольно. Пирата так, просит. Подожди, нам надо что-то делать. Нам надо, чтобы ты скинул скилзу деньги, мне кажется. Да, просто офнимся. Сейчас скину. Я ненавижу эту игру. Ой. О. Я туда зашел. Он PUBG выиграл соло досы. А что? Ну ладно, поверю. Подожди. Так, деньги скинуть. Да, скиньте псу деньги. А этот, сколько ему скинуть? Ну скинь сотку. Ебать, он сидит. Ебать, ну серьезно, крупыш, сука, такой, блядь. А ну-ка. Протекнуть номер, ой, пиши номер. А, будет нормальный вопрос. Привет, как твои дела? Да ты подухой донач, мне кажется, по 20-ке можно, или похуй. Ну, давай 25. Давай 25. Сейчас. Ух ты, блядь, таёшь твою ж мать. Ебаный, нахуй, ты хорошего ты тебе стрима и настроения. А ну, скиллз. Окей, следующий включу. Поговорили. А ну. Сотку, да, кидаю? Тут доебались с треком, Сереги Пират. Заебашь. Сотку, да, закидываю? Ему, да. Скиллзу, да, сотку кинь. Да, мне кажется, ему настолько похуй. Мне кажется, он просто даже не заметит. Мне кажется, заметит. Видишь, у него полоска даун состоит. Ну, но он собирает миллион на самую большую кисадили. Немного? Насел с другого дома. Сходил. У него вон драка. Блин. Мне прям остальные по волоске. Ну, папе Бана Гросс там сидит. Сейчас с днём рождения поздравим. Ну, только не надо плохое что-то. Нет. Только попробуй нет, плохое. Нет, я не буду ничего писать. Да, видно. Напиши СДР. Пиши СДР. Что ты донатишь? 300 рублей. Нет. Я так в детстве поздравлял давай всегда, десятку бля. Кинем хотя бы ей. 300 рублей хватишь и ебанутый. Нет. Ебан. Нет, давай двадцатку, ладно. А, с днём... А не ради рождения? Да. Не, давай про кофе посмотрим. Там нет. Сейчас. Нет. Я куда оплатил-то нахуй? Не понимает, куда двадцатка ушла.
А ты сделал, оплатил? Да, да. Но у меня не поменялось, брат. Ну, все, за камень. А деньги ушли? Кому страйк? Конечно, куда они денутся, блядь? Вот. Внимание, обнаружен вирус. Этот все хуя. Этот ебашит. Стоп, деньги есть? А, нет, они ему не пришли, скорее всего, а на полоску... Ты же не на полоску задонатил, ты просто вообще задонатил. Так я там же мог... Ух, блядь, батюшка. Ебать, ты что ли? Да что ж я тебя осуждаю-то? А чего Twitch не может пофиксить вот эти смайлики? Какие смайлики? Ну, значки вот эти. Так это просто символов сделаю, какая разница. Подожди, а нажми донат ему. У него, возможно, вот, не выведен, походу, на экран. Ниже, сбор средств. Видеть, выбрать одну из целей. Вот. Короче, да, это... Да. Да, да, на общий улетело, нет, а похуй, донаты но... не выведены, да, у него, скорее всего. Не выведены. Ему надо, понял? Мы просто так 25 тысяч ебали, да, сейчас? Ну, выведется, ну, ему на карту будет приятно. Ты сегодня 50... Ну, передайте ему, что ему 25 скинули, пусть порадуется человек. Ну, если порадуется. Ладно, ну, просто хорошего ему всего. Про кофе висклик-клак на Твиче. Давай, все. Попи-бо. Будущее уже здесь. Похуй, давайте тебя не закинем. Чат, а мы можем делать там такие донаты, что я буду выбирать донат, нажимать кнопку, а вы будете оплачивать? Так ты покажи этот QR-код, можешь оплатить тут. Не, они будут просто оплачивать, я потом не смогу, понял, этим QR-кодом пользоваться, они будут рофли типа. Это нереально практически сделать. Сафонов? Сафонов. Да ебаный свет. Оплатить. 20 часов. Ой, Вадик, спасибо за ты офну просто. Подрубил ровно под этот, под донат. Да мне что-то невъебически грустно еще. Ей грустно. Как грустно? Что случилось? Не знаю. Потому что не отпраздновал. Я отпраздновал ДР, у нее вчера было. А что не отпраздновал? Не знаю, но мы вроде отпраздновали с ней ДР. Мы даже ее на две катки взяли, проебали две, конечно. Это подарок был? Да. Я и Леха Excel подарили ей подарок. Ты еще и похуйся, наверное. А что, дошла? Нет, походу все. Все? Все. Не работает уже? Ну, накинь мне. Блядь, ну обидно, на попе, бо, она расстроена еще. А накинь мне 20-ку, дай попробую. На попе, бо, обидно, как будто. Да, на. Пиши. О, и у него надо номер. Что? Номер, сейчас. А, тут лич на визу мокрит. Сейчас, подожди. На баре посмотри. Да. Пози, нам через 10 минут узло быть? Или через час 10 минут? Через час 10. А, фу, блядь, я думал. У нас денег нет, все равно. Прокофьев, вы видел? Почему ты... О, смотри, смотри, чуга, закинь хотя бы 500 тысяч просто. То, что мы хисидай 20 кидали. Да хисидай мем, а это просто день рождения. Да какая разница, сколько кидать, блядь? Деньги — это просто цифра. Сколько, 20 или 100? В режиме там сообщений так. Не, ему много кидай, у него уже, возможно, будет не оплатить. 20 или 100? Да. Давай, должна оплатиться. Я сюда просто по рофлу скинул. СДР, блин. Так. Блять, оно было другого. Задонатит книга братишкам или там. Или от другого стримера. Да похуй. Да? Она все равно поймет. Ну тоже я. Она же поймет. Здорово. Вадим, я всегда мечтал стримить, но аудитории сейчас нет. Хочу тебя спросить. Бля, надеюсь, у меня задание. Можешь, пожалуйста, подсказать, на чем надо сфокусировать внимание для достижения. Это невозможно, я говорю это про. Придется полностью, понял? Все вручную делаем. Нет, так тоже не получится. Не-не-не-не-не. Не получится. Оно... Я тоже делал. Забей, я знаю, что делать. Смотри. Я беру вот так. Та... Ты хочешь на карту ебать? Да. Ладно, закину ей 30-ку, похуй. Да, все деньги донать просто и все, похуй. А у меня 30-ка — это все деньги. Да блин, жалко нет донатов криптою, ребят. Так было бы очень просто. Сложно донатить. Все. Так, слышали, что батюшка сказал? Все сделают донаты криптой до единого стримера. Все. Да, у. Завтра проверка. Я закину. Я закинул ей. Скажите, чтобы она чекнула карту свою. О, батюшка, чебачка. Ну что ты это включаешь, блядь? Я ничего не включаю, не знаю, это Twitch. Братишкину хочется закинуть. А как братишкину закинуть? Уже никак. Нас никто не может закинуть, да? Да, все. Настремились. У нас лимит на траты денег. Хочется братишкину закинуть. Ну а как закинуть? Я не могу уже. Осуждаю читы. Осуждаю. Осуждаю.
Вот, видишь, он стримит. Не надо, не надо, пожалуйста. Да не буду я туда заходить. Я про... Ух, да ебать, тень Twitch. Девушка играет. Я подумал, Синди лежит сначала. А я что-то... Хуёво мне, я себе виноват. Почему я за Т2 умираю, сука? Она вообще не видит. Еще похуй. Я 30 кусков на карту закинул, и вообще похуй. Улиц зажрались. Она а, сказала. Что сказала? Что? Она сказала. Я специально забанил. Меня чат никто не знает, не может поджаз. Ух, блядь. Ах, это меня на руку все плюнул. Раза три. Как братишкину задонатить? Так же на карту. О! Это, кстати, идея. Просто на карту пульнуть? А ну-ка. Подожди. Ну-ка. А у меня сборов никаких нет, да? У меня нету другой платформы, куда? Ну-ка вниз пролистай. Донейшн. Нет, у него один донат всё. Бля. А что сделать? Может, ты ему подписки подаришь? Аккуратно, подарочные? Не отпишитесь, батюшка, сейчас отпишитесь, блядь. Может, подарочные подписки тогда ему? Нет? Я не могу подписки дарить ни с одной карты. Да ну нахуй. Я тоже не стал. Что давай одну подарим подписки. Блин, ну как? Может, мы кого-то позовем, просто кто-то задонит, а мы скинем? Да, сейчас позовем. Кого? Соседа, давай соседа. А, скинили Рон QR-код просто и все. Бля, гений. Блять, одни Алины, блять. Погоди. И так это вообще Сафонов оплати. Спасибо на добром слове. Алерон. Алера, спишь? Хочешь, я закину братишкину? Помогите, пишу. На крипту. Ну не скиньте, я плачу. Может реально. Так я не спорю. А когда он не мог? Можешь. Или из модеров кто-то... Может тут из модеров? Арсян, может ты оплатишь? Или Ваза? Он не проебан. Кто-то из модеров может оплатить просто? Да, все, Лера написала. Лера написала, Лера. Не, все, Лера написала. Скинь Лере 100 тысяч. Таня плачет. 100 тысяч Лере скинуть? Да, да, да. Давай я скину, ты а, да, да, скинь, скинь, скинь. Сколько ты должен? Ты мне? Да. 200? Да потом посчитай. И я тебе 100, да? Нет, блядь, тебе больше. Блядь, ты слышишь? 100, не понятно, ты слышишь? 100, 30. Работаем. Нормально, нормально, не ссы, не ссы. 190, 240. Можете, ну... 263 тысячи, батюшка. Конечно... Нормально, 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 не ссыте. Четверть миллиона улетело. Нормально. Ничего сегодня заработается. 100 тысяч? Да, хочу 100 тысяч. 100 тысяч? Вова, хорошего вам стрима и всего самого лучшего. Проебать. Ебать. А ну-ка, подожди. Заебали вы, так, а как мне? Мне надо, получается, вот так, да? Ты что, идет просто с фоткой, да, я показал такой... ссылку. Не-не, не показал. Там говно. Не, там не похуй. Показал, показал. Там по-любому. Говно. Бля, как-то вот вообще это такое опасное, это просто... Почему? Да я ебал нахуй. А у меня закрыт экран. Да какая разница, блядь. Субсир, внимание для сожжения. Так фига держать, наверное. О! Фиг сейчас спросить, можешь, пожалуйста? Нет, не могу подсказать, я не знаю. Эвелон, уходи. Я тут шей гада. Бля, сейчас эту камеру нахуй, ладно, козёл, ну, блядь. Видосе, блядь, засветить. Мальчики камеру подали, почему самый богатый стример, блядь, говно, с такой камерой? Хотя какой-то самый богатый. Получилось, я вообще нищий, пиздец. Да, я говорю, это нищий. Кушать хочется. Штука там, если что. Пожалуйста. Скинули ли столько? Сговаривай. Не смогу. Почему? Поч. А, пон. Я сегодня поставил стеновое. А можешь... Фу, давай я Арсену. Давай Anyway. Anyway это тут? Anyway это тут? Anyway это тут? Вообще я Вайсовский писал, что может. Ой, а что делать-то, блядь? Да. Дай карту. Кинь карту мне сейчас. Ку. Кинь. Ой, это карту. Я не буду слушать. Все, тихо, дайте. Мы тиктоки смотрим. Спасибо за косарь огромное и за комиссию. Хочется очень. Айвазовский, это есть Anyway? Да, придурок. Ебаный сын, блядь, что ж ты пишешь каждый раз, козел ебаный, нахуй. Так я же тебе говорил. Улюбище, блядь. Рот ебал твой нахуй. Я его, блядь, говорил, я его в МП защищаю, его там все хуесосит. Я единственную эту собаку защищаю, он пиздит меня в чате, козел, блядь. А ты не знал, что это? Нет, я думал, два раза человека, блядь.
А я и потом думал, что ты на него обижаешься, он же просто, я, ну... Блядь, я думал, а что у тебя за Айвазовский появился, какой-то выблядок нахуй? Да, мне два Айвазовских. Давай его забаним. Так, подожди. Пиздец, Макс, ну ты тупой, ну чуть-чуть есть. Сейчас. Шефсик, хорошего вам стрима и всего жизни. Так, а ну проебать. Один хуйсос полный, второй наполовину. Ачи. Ачи. Так, anyway, на нахуй. Сейчас anyway просто заблокирует меня нахуй в этом. Откуда у него 100 тысяч на карте? У него 100 тысяч на карте? Да. Скилл сейчас скинет. А. Блять, я сейчас эту камеру. Там чел пятнашку закинул, это не я, если что. Ебать. 15 тысяч? За что? Спасибо. Он говорит, 15 тысяч? За что? За что? А зачем обзываться? Получилось? Огромное спасибо. Экрану. Я жду бабки, он пишет. Так я скину. Ты че? Скинули. Я не понимаю, тебе уже Эвилона, блядь, что рейд сделал или что, я не понимаю. Донатеры деньги кидают, Эвилона обзывают, блядь, чморят. Второй еще привет от Эвилона, он че, блядь, сделал? Где-то оповестил или что? Сейчас, соберу помимо. Эвилон задонатил мне. Нет. Да, я сейчас соберу, подожди. А, ты, блядь, что там, нахуй, рейдишь, что ли, блядь, донатами, блин? Нет. Ща, погоди, перезапишем. 15 кусков, ёбаный в рот, огромное спасибо, ебать, нахуй, я наконец-то перестану есть доширак, блядь. Ебать, спасибо. А, это не он. И чё? Это откат. Спасибо. И чё, сука, тупой Арсен, идиот, это он или не ебучий. Он? Бачка, нет, блядь, смотрите. Один хуй, я не зажрался, 15 тысяч это хуя. А, он пишет, оплатил. Ты вон 100 тысяч. И мы не похуй. Я на Жигулях, и мы не похуй. Шевчук, хорошего вам стрима и всего в жизни. Вот это свали. Что? Боже, чел, блядь. Ну чё ты мне копейки ебучие кидаешь? Ты сюда глянь, ёпта. Сколько у него на донейшене? Ебать, у него там два. За стрим у него? Бочка, ты ещё наш следующий депчик будет. Это вот тебе должен кидать. Охуеть. Сюда, нахуй. Два ляма у типа на донейшене. Сколько здесь нулей, нахуй, на моем аккаунте, блин? Ебать. Это первое. Второе. Огромное спасибо. Я правда не понял, за что, типа, спасибо огромное. Просто так. Я просто деньги не могу за начинальницу снять, братан. Поэтому я как бы не особо радуюсь, понял? Они тут, блядь, уже... Ай, не надо, я блядь, дам, что ты собрал на кубике рулики, блядь. Блядь, не происходит. Я тебя соберу сейчас, блядь. Короче, висит, у меня санкции персональные, понял? Донейшн алерты, блядь. А че? Спасибо огромное за 100 тысяч. За 115. АХС, а я не смогу АХС нормально... Ты правда говорил, что ты меня предупредишь, блядь? Это не то, Вова. Это просто так. Я даже не ожидал, как-то приятно, спасибо. Это не видео. Это не то, Вова. Что не то? Это просто так. Давай мне задонатим. А то я что, должен, блядь, вернуть нахуй там? Ты мне просто так 100 тысяч закинул, 115. Да, Вова. Здорово, 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 здорово. Блять, АХС сложно будет закинуть. Вадим, меня как раз это, слышишь там? Ну ты идиот! Что? Ну ты закрыл, блять, он говорил. О, боже. Ну сделай клип, пересмотри. Нять, а тут ты как раз ебать. Ну пусть повторит, напиши в чат, повтори. Скажи, повтори. Скажи, да, блядь. Да не надо, все, я все сделаю. Да я не смогу нормально закинуть... 100 тысяч это, ну 115 тысяч это пиздец. Я не смогу нормально хс закинуть, у меня гривни нет. У меня гривны нет, у меня 7... Это мало? 7 тысяч гривен, мало, конечно. Это сколько? Это ж на 2,5, да? 20... Не, 15 тысяч рублей где-то. Ну, это, подождать это долго. А донат пэй у него есть? Посмотри, какие у него вообще есть. А где он? У него ру донат есть, пишет. А как мы ру донат закинем? Сердечко от Эвилона, спасибо большое. Арсиану? Он сердечко передает. Ты будешь стримить или нет? Ты же пока не стримишь, да? Ну-ка вниз. Пока нет, я думаю, врублю, если только там через 2 катки. Крипта есть. Главное, о, а что за дополнительный? Ты кинь дополнительный. Может, донат пай? А, нет, стрим элементс. И что, нахуй нам это, да нам, хуй знает, это нам не поможет. Не, это донат пай же можно криптой. Сейчас подождем.
Джесак, здорово. Добрый вечер, Игорь. А спроси, это действительно у него? Он точно менял? Там же они меняются иногда, там что-то раз в 3 месяца, да? Да нет, он бы... Он не настолько тупой, чтобы... А у тебя больше, чем у чела, который ФНКС выиграл, если знаешь, мерстальщик. Да, конечно, знаю мерстальчас. Он уже оффлит? Нет, знаешь, в каком количестве видосов на Ютубе снялся? Ну что, оффает? Что и Вилома смотрит. Ваня, здорово, здорово. Ну, Ваня, Ваня Кех подрубил по донату. Вот так. Привет ему. Сейчас, подожди. Люблю, целую, обнимаю. Пусть приходит Фортнайт. Когда я хёрд. Не оффает, он турик играет. Спасибо всем за фоллоу, мужики, спасибо. А ну-ка, дай мне этот. Спасибо, что фолловитесь на канал. Опа, пошла ТРЦшка. В каком виде читаешь книги? В электронном. Формат EPUB, знаете такой? Что? 500 тысяч за кинь. Альтастар, спасибо за 5. Чё бесишь? Говорю, давай 500 тысяч закинь, чтобы топ-1 быть. Спасибо. Шучу. А, спасибо. Так это гривны, брат. Ну, я говорю. А ну-ка, чё, подожди. Здорово. Удачи на турнире, спасибо. Спасибо, мужики, спасибо всем. Прими, пожалуйста, друзья, ник. Прими, друзья, Слоник пожалуйста, ребят, 96. Я в друзья не добавляю. Шо? Подприми, пожалуйста, друзья. Ник Слоник. Ник Слоник 96. Альфа Стар первое место по подаренным сабам на этой неделе занял. Думаю, почему именно 5, почему... Да, он просто топ-1 гифт. Что у нас там донаты идут? Чат, кстати, топ месяца, топ дня еще добавил по донатам. Если кто желает, можете обойти компота. Компот вас... Сколько там? Сколько компота там? Можно разбан. Кого? Какой компот? Он сказал обойти компота по донатам. Сколько там компота донатов? Ну, топ-1, ну, не у него 150 тысяч гривен. Да нет, не это. А чё? Бля, чуть не упал нахуй. Сам чё? Ой, блядь. 2-2-5-0. Почему он два места занимает, сам? Так не первое. А чё? Почему два? Почему два? А, за день. А, я могу только через 2 часа донатить криптой. Почему? Потому что я вчера, когда написался, пытался зайти в Binance. Ну бери, блядь, я убрал я сразу. И у меня не работал. У меня я восстанавливал пароль. Зачем-то. Ты типа настолько вчера написал, что забыл пароль? Да. Ебать, дурачок. Я не могу донатить. Ладно, потом залетим, ладно. А что у тебя? Все у тебя? Да. А было? Спасибо. А сейчас ноль, да? Да. Ну ничего страшного. Зачем тебе нужны? Мы все деньги потратили, пиздец. Пиздец. Все деньги, ребят, потратили. Минус вайп. Ну не получается, чат. Не, если найдешь кому скинуть, я могу скинуть кому-то еще. У меня ну похуй уже, чё. Ну, ребят, деньги имеют свойство кончаться. Чат. Ну сегодня отработаем на вон через час. Два часа. Через 50. Через час к злому. Найс. Злой может. А он... Он занят. Клянись. Ребята, злой... Ты, может, только чипсы дашь? Не будешь? Не. А чё? Зачем? Ну просто. Да я часа достримить. Так я охуенно, 1:20 дал. Ну. Клянись. Да, завтра да. Тестируем пиво. Ну, когда мы пьем. Да, завтра пивка даем. Все нас уже. Барби в городе пишут. Реально? Где? Да. В Сербии? Да. Не знаю. Жень прилетел. Урбати бурмалду. Да мы не можем тут. Почему? Давай, заходи, сейчас на мясо депнем. Нет. Почему? Нет. Мы не можем. О, Пепси, привет. Бедолага, ебашит час нахуй же, ебаный насрал. Второй час ебашит с этим яйцом. Пиздец. Переполнение буфера, он выключал. Ты его оплачиваешь, конечно. Пиздец, блядь. Вперед сеанс. Короче, все, чат будем оффать. Ну, дали немножко жизни. Что, кому мы рай дадим?